стреляют. Слышно были взрывы. Взрывы слышно были? Попало в типографию. Осколки, а с какой стороны, то есть осколки разлетелись, попали вот сюда, попали в ларек. Дальше попали еще снаряды в садик, за садик, в магазин, на ЖД вокзал, по-моему, если не ошибаюсь. Возможно. Есть погибшие, есть раненые, много людей раненые. А кто стрелял, знает? Ну, кто? Ну, по идее, как вроде ополченцы. А вот этот утренний обстрел, это, как вы думаете, кто стрелял? Я думаю, что это Нацгвардия, потому что они часто разворачивают это все и стреляют сюда. Вот, попадает в пачку чая, а ребенок как раз стоит у меня напротив. Скажите, а часто обстреливают город в последнее время, во время перемирия? Да каждый день! А с какой стороны летят ракеты? С Первомайска. Подбор. Скажите, а много возгораний сегодня? Два. Два? А где еще? Скорая помощь. Больница? Нет, скорая помощь. Станция скорой помощи.